Организация «Газпром Подземремонт Оренбург» сдает в аренду охраняемое отапливаемое здание 3,5 тысячи квадратных метров под производство склад в Оренбурге по улице Донгусской, 60А. Обращаться по телефону 734-390. Продается четырехкомнатная квартира по улице Мирнинской, 15, с земельным участком 17 соток. Телефон 90-15-84. Продается квартира по улице Ноябрьской, 42, 21 квадратный метр. Цена 1 040 000 рублей. Телефон 8-922-873-76-26. Продается двухкомнатная квартира по проезду Майскому, Торг. Звонить 20-26-05. Прекрасный подарок. Нарисуй пейзаж гуашью. Всего 750 рублей. Телефон 97-30-88. Ремонт стиральных машин. Запчасти. Телефон 60-60-80. Учебный центр «Щит» проводит набор на курсы по повышению квалификации частных охранников в связи с окончанием срока действия удостоверения частных охранников. Обращаться, улица Донецкая, 131. Телефоны 25-75-78-68-82-82. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Телефон 58-27-25. Учебный центр «Щит» проводит обучение и продление лицензии на травматическое охотничье оружие. Действует скидка 10%. Обращаться, Донецкая, 131. Телефоны 25-75-78-68-82-82. На постоянную работу требуется менеджер коммерческого отдела с опытом работы. Зарплата от 22 тысяч рублей плюс проценты. Телефон 755-990. На городской маршрут требуются водители. Телефон 207-555. Требуются водители автобусов маршрутов номер 45 и 49. Звонить 90-73-36. Требуются автомойщики. Телефон 28-65-75. Требуются лицензированные охранники. Телефоны 8-922-891-28-21 или 43-63-56. Требуются водители погрузчика электрокара, зарплата 20 тысяч рублей. Грузчики, зарплата сдельная. Телефон 54-18-88. Требуется заведующий складом, продавец стройматериалов и грузчик. Телефоны 54-03-20-8-912-345-71-61. Вахта, Москва. Требуются водители. Телефон 29-11-04. Требуется продавец в круглосуточный продовольственный магазин. Телефон 21-31-84. Требуется водитель-загонщик с категорией «Д». Обращаться по телефону 8-922-862-50-52. Требуется продавец колбасных изделий с опытом работы в городе Бузулук. Звонить 8-922-544-20-46. На базу отдыха «Берендей» требуется администратор. Телефон 93-68-83. Требуется водитель категории «CE». Телефон 92-72-88. Требуются продавцы продуктов в Степной. Звонить 97-94-52. Требуется водитель на 38-й маршрут. Телефон 223-999. В кафе в Степном требуется кассир-официант. Звонить 21-17-22. Вахта, Москва. Требуются охранники. Телефон 8-919-863-59-15.
организации требуются водители категории CE на БелАЗ, машинисты экскаватора, бульдозера, автогрейдеры, автоэлектрики. Вахты в Оренбургской и Челябинской областях. Обращаться по телефонам 8 909 614 76 20, 8 922 897 77 77. В Степной требуется парикмахер-универсал. Телефон 69 21 60.